Добрый день, добрый вечер. Семинар по физической механике. Начинаю с вашего объявления по предварительной договоренности. Следующий четверг, который будет замечательный день, кстати сказать, 1 апреля. День, можно сказать, праздничный, всемирный, всемирный. Тут не надо думать, что тут в России придумали. Нет, давно известно. Так вот, мы устраиваем прием задания. Задание принимается первое и второе. Я буду рад видеть всех. В том числе и те, кто, значит, задание сдал, ради бога. Есть такая форма, мне студенты подсказывают. Если задание идет точно, это очень хорошо, потому что мы обсуждаем тематику вслух, которая касается всей программы. Послушать очень не вредно бывает. Поэтому приходите. Кроме того, я готов ответить на все ваши вопросы, если смогу. Разумеется, вместе разберемся. Но я очень надеюсь, что все-таки второе задание. У нас первое задание более-менее... Люди сдали, во втором мало студентов сдали. И потом дело не только в том, чтобы сдать, не сдать, надо еще и понимание, чтобы было. Вот такие слова. Теперь, сегодня на семинаре мы продолжаем и заканчиваем решение самой главной центральной задачи третьего задания, потому что там еще, правда, будут пара. Но это самое серьезное по модельной гидродинамике, поскольку она занимается решением основных уравнений, когда это возможно. Идеологически мы там все разобрали. Продвинулись в прошлый раз. Я напомню краткий результат. Итак, это Хартман. Давайте так. Задача Хартман. Именная задача. Задача Гартмана. Это к номеру 3.8. Номер 3.8. 3.9. И задания, они отличаются граничным условием. Но это деталь некоторая. Теперь рассматривается плоскопараллельное течение вязкой проводящей флюида в магнитном поле. Вязкое проводящее флюид в магнитном поле, любая плазма. Вот. Все, как только он пошел, плазма, есть проводимость, значит, ток пойдет. Ток, во-первых, генерит электрическое поле, электромагнитное поле, кроме того, будет с ним взаимодействовать. Вот такая красивая вещь. Теперь напомню, как выглядит картина по физике. Геометрия простая, чтобы можно было просто пробить задачу аналитически, насколько это возможно далеко. У вас двумерное считается течение, то есть скорость по одной оси, а профиль, а зависимость по другой оси, x и z у нас. Вот. Дальше, ну, все известно, я напомню, как вектора выглядят. Скорость направлена по оси x, другой скорости нет. Дальше, перпендикулярно магнитное поле внешнее направлено. Значит, выясняется, мы в прошлый раз это говорили, что это внешнее магнитное поле. Вот, HZ равняется H. Вот оно константа и задано. Ничего другого быть не может, потому что P под Z равно 0, дергенцы Z равно 0. Но из-за того, что жидкость движется, я сейчас профиль скорости нарисую. Да, можно это сделать. Жидкость движется. Вот так бы она двигалась, если бы никакого магнитного поля не было, проводимости нет. F по Z хорошо известный. Уа-зёй. Классика. Теперь, я, кстати, физику напомню, она очень поучительна. Сначала физика, потом уравнение. Вот у вас скорость замечательная, магнитное поле поперек. Значит, по закону Ома, G, это сигма на E в сопутствующей системе координат. Сигма E плюс единица на C, V на H. Это закон Ома. Как только у вас скорость пошла, допустим, электрического поля нет вообще, тогда у вас ток идет куда? Ток направлен по оси Y. И я его помечил. Раз ток направлен по оси Y, значит магнитное... Ну, во-первых, начнем сначала с силы. Сила электромагнитная, единица на C, G на H. Да? Я напоминаю еще раз, это хорошая физика. Ток течет на вас, сила куда направлена? Да, совершенно верно. Сила, она направлена, сила, она направлена против скорости, во-первых. А самое главное, она еще пропорциональна скорости. Вот поэтому, где больше скорость, там больше сила. Отсюда сразу видно, что будет происходить. Это хорошая логика. Кстати, вся эта схема, схема МГД-генератора, диалоги какая? Прокачивается с большой скоростью плазму. Вот, из ресивера откуда-то с огромной скоростью в магнитном поле, все, у вас по оплаткам течет ток, никакого
Никакой динамо-машины не надо, никаких движущих частей нет. Мгновенный запуск, мгновенная остановка в некоторых положениях это очень важно. Такая штука красивая стоит вот в институте. Ну, она много... В Уфтане замечательный генератор стоит. Чудо. В общем, эта штука серьезная. Но это там технологиям там много чего по физике. Много чего по физике. Я пока туда, в МГД-генератор, мы пока не лезем. Я пока идею только смотрим. Итак, профиль скорости будет вот так вот сильно сглаживаться. Он тоже именной, назван по имени классика Хартман. Гартман в русском произношении. О, кстати, я вам тогда не давал, а сейчас, наверное, уместно сказать. Задача это, задача, значит, частично решена. Ландау-Лишиц, том, ну, теорфизика, том 8, как называется? Электродинамика сплошных сред. И там есть параграф 67, который можно считать после того, как вы задачу решите. Как обычно в Ландау бывает. Да? Потому что у него там очень кратко и не полностью. Ну так, кратко как начать и, значит, примерно основные выводы, но не полностью. Поэтому мы сейчас сделаем все в мельчайших деталях. Вот, итак, профиль скорости сгладился, ток пошел сюда. Но если ток течет на вас, в школе, помните, будет генерация тока. Вот. Ну и Е есть 0, Е 0. Вот так выглядят вектора. Теперь надо пометить, что это все профиль. Скорость зависит от профиля скорости. H, пометьте, индуцированное магнитное поле. Я его маленькой буквой пометил, а он вовсе не обязан быть маленьким. Еще каким может быть. Я просто пометил, что она не константа. Ну, G, вообще говоря, тоже зависит. Ну и вот профиль G надо найти. Теперь, магнитная гидродинамика, теперь напоминаю вам идеологию. Магнитная гидродинамика – это гидродинамика с магнитным полем. Если вы нашли вектора V и H, то тогда вы доберетесь и до G, и до E. Об этом потом. Так вот, что получено? Ну, во-первых, уравнение гидродинамики 2. Уравнение неразрывности, если вы помните, удовлетворяется тождественно. Было дело? Помните? Да, вот надо, вот, например, плоскопараллельное течение. Плоскопараллельное, да, значит, задан dp по dx равен градиент p, задан, это насос. Других никаких переменных по x нет. Легко видно, что если вы будете двигаться по x, то в любом значит, низ будет вот точно такой же профиль, как и в соседнем. И по y тоже никаких изменений нет. Все зависимости только от z. По этой причине оператор Набла, стоящий во всех уравнениях, у вас вот так выглядит. Напишите, это плоско-параллельное течение. Плоско-параллельное течение. Оно очень популярно в гидродинамике. Кстати, не обязательно. Можно геометрию делать и... Там не декартовскую, а криволинейную, все равно все хорошо будет. Все равно все хорошо, потому что там уравнение упрощается серьезно. Ну и у вас, конечно, стационарная картина. Да, замечательно. Нежимаемая жидкость. Ну, можно пометить, что все известно. Все коэффициенты про жидкость известны. Плотность, вязкость, теплопроводность, электропроводность. Ну, мы до температуры, может, не будем доводить. Хотя я люблю студентов спрашивать, что тут будет с температурой. Что такого-то взять и уравнить по проводности там шевельнуть? Это вполне можно сделать. Тут ничего такого нет. Пока не будем отвлекаться. У нас центральным уравнением, я вам напишу полностью, было уравнение для скорости. Ну как, навес токсов с магнитным полем. ДВ по ДТ плюс В на ДВ равняется минус градиент П плюс H квадрат на 8π плюс динамическая вязкость Лаплас скорости плюс натяжение по силам. Это вот великое уравнение 2. Можете пометить, что это навес токс с полем H. Вот, теперь вы его благополучно, оно просто понадобится сейчас.
Вы его благополучно, это 3, значит, проекция, как, на X-проекция. X-проекция для профилей V от X и H от X. А V от Z и H от Z. H направлена по X, скорость направлена по X, но они зависят от Z. Так вот, это уравнение тоже было. Я его просто напишу сейчас. В левой части 0. Нет, ну да. 0, а здесь есть, я напомню, вот этот градиент давления обозначили как град P, заданная вещь, насос, плюс динамическая вязкость D2V по dz квадрат и плюс H на 4π dH по dz. Вот такое. Вот это уравнение 2'. Это x-проекция для производных. Вот такое уравнение. Оно было. Было? Было. Пользуясь случаем, замечу, вот эти частные уравнения никакого смысла запоминать нет. А вот это вот, я его помню, потому что пишу сходу, ничего не боюсь, и знаю, что все. Его надо пробить в конкретных условиях. С него надо всегда заходить, ничего не бояться, все хорошо. Я напоминаю, значит, вот этого члена, пользуясь случаем, скажу, почему нет, мы с вами обсуждали. Дело в том, что в X, H вот этого зависит только от Z, в X-проекции его не будет, вот и все. Да? Так что тут нужна аккуратность. Так, теперь мы сильно продвинулись. Я тут не пишу уравнение для магнитного поля, не стал писать, потому что уже совместно решили уравнение для магнитного поля. И для этого получили такие интересные вещи. Значит, аналитики, значит, профили. Профили V от Z и H от Z могут быть выражены следующими формулами. Но там есть одна особенность, значит, V от Z, это есть V0, косинус Гартман гиперболической, минус косинус, ну, косинус, здесь Гартман ZL. Ну, течение симметрично, такая четная функция относить по Z, поэтому четная функция является Гартманом, значит, через него все выражено. Косинус Гартман, ну так я пишу, минус 1. Вот это вот формула была у нас, номер. Если была, можно номер поставить. Ну, как, какой у вас был, такой был. До нее дело доводили, было дело, да? Более того, после того, как скорость, мы, по-моему, с вами продвинулись нормально, мы и магнитное поле получили, да? H от Z тоже было дело. Я напишу ту формулу, которую... Ну, вам надо, по-моему, мы ее получили правильно. А, слушайте, забыл упомянуть. Безразмерный параметр. Вы люди опытные, поэтому не сказали. Ну ничего, надо просто напомнить, что вся задача замечательным образом. Число Гартмана безразмерное. Это безразмерное магнитное поле. Замечательная вещь. Это есть. H, L к C и корень квадратный из проводимости делить на динамическую вязкость. Вот такая вещь. Вот. Вот это безразмерный параметр задачи. Смысл у него это безразмерное магнитное поле. Надо удерживать либо магнитное поле, либо число Гартмана. Лучше число Гартмана. Значит, вот H от Z минус V0. Здесь стоит четыре пик c, динамическая вязкость, это на сигма, здесь стоит z к l синус гиперболический Гартман минус синус гиперболический Гартман z делить на L. Это аргумент. Ну вот под синусом, естественно, безразмерный коэффициент. А здесь, дробь такая же, знаменатель, как вот этот. Другого ничего быть не может. Это косинус гиперболический Гартман минус 1. Эта формула была? Да.
правильные коэффициенты, я надеюсь. Потому что, по-моему, вы там аккуратно сделали, я проверил, все получилось. Какую цифру поставим? Во, замечательно. Теперь смотрите, все это хорошо. Мы даже физику собирали. Значит, V0 – это обозначение скорости в центре. Обозначение для V от нуля. Просто. Почему оно равно, то мы не знаем, на самом деле. Оно тут от параметра будет меняться. Я напоминаю красивый предельный случай. Если у вас очень сильное магнитное поле, а еще лучше сказать, идеальная проводимость, то что будет происходить-то? Такой... Во, красивая задача. Как только у вас проводящая среда, никакой насос ничего тут не сдвинет. Все прилепится к магнитному полю, будет полная красота. Это к тому хочу сказать, что означает, что V0-то тоже. V0 это какой-то параметр, который неизвестно от чего и как достать. Ну вот, значит, ход первый. Как достать V0? Ну, не буду вас томить. Значит, вот уравнение-то это есть. Правильно? Оно правильное уравнение? Правильно? Это означает, что если вот сюда подставить, вот это, да, то что? Уравнение-то выполнится, правильно? И отсюда вы коэффициент V0 достанете. Надо работать. Кто любит дифференцировать? Ребят, тут не будет некая возня, но это надо провести. Да? Не спеша. Ну кто? Потихонечку начинает. Да, давайте, хорошо. Что делаем, понятно, да? Не, я хочу довести задачу так, чтобы все было видно. С этих формул еще графиков никаких не видно. А сейчас будет еще тяжелее. Что делаем, понятно, да? Нет, ну правильно. Но сначала я вам советую не спешить. Значит, D2 по dz квадрат вот там посчитать. Просто вот там вот. Потом dh по dz посчитать. Вот там отдельно. Потом подставить. Во-первых, проверить, что у вас все в зависимости от z подснимется. А коэффициент V0 будет красивый. А, да, я... Да, я, кстати говоря, тут на одном из семинаров... Как вам больше нравится? Хотите штрих пишите, хотите классика D по DZ, это все равно. Мы-то как с вами делали, я забыл. Штрихи-то, а на другом семинаре вот так вот. Так как-то штрих можно не заметить сослепу, а это тут все ясно. Ну, про ничего не сделаешь. Надо дифференцировать. Да. Да. Ну, но этот останется, да. Нет, V0-то у вас останется. Нет, V0. Да, только не забудьте, да. Да. Это все, вот это все в скобочках. Вот это. Да. Да. Во. Правильно. Да. От синуса. Нет, подожди, а знак? А знак? Знак. Знак. А лучше поставить минус. Нет, нету. Вот. Я выписал, да. Да, значит, по-моему, там косинус и синус, они знаки не трогают, не меняют. Вот, теперь вторую производную уже отсюда надо снимать. Ну да. Да. Это получается равно А. Все, это запомни, это вот это. Да. А теперь ничего не сделаешь. Надо где-нибудь отдельно здесь посчитать dh по dz. Вот, все, надо так вот и выписывать. Вот зависимость. А здесь в двух местах есть зависимость. Да, перед синусом. Да. Я тогда цвету сразу буду. Да, это надо вытащить. А, это просто коэффициентик. Но, к сожалению, его сейчас надо удерживать. Вот. Здесь останется синус Гартман делить на L. Да, единица на L. На синус. Просто Гартмана. Да, синус. Вот. А, минус. Это раз вот такая скобочка. Да. Чтобы не забыть. Вот. Минус. Делится на L.
Гартман, Зетка. Ну, вроде все правильно. Все, скобочка закрывается. Теперь, да, вопрос. Вот эту формулу оставить, а верхняя это не нужно. Да. Так что вы тряпочку ее уберите. А, вот это вот как вот это хороший. О. А эти две оставьте. Ну и замечательно, идите в свою тетрадь, пишите, пригодится. А пусть ваш товарищ подхватит, как говорится, знамя. Значит, смотрите, да, садитесь. Да, теперь надо аккуратно писать. Ноль, смотри, две вещи должны выйти. Значит, сюда аккуратно сейчас подставим. При подстановке у вас зависимость от z должна исчезнуть. А коэффициенты подберем, тогда будет правильно. Ноль равняется минус град. Ну, минус град p это что-то заданное. Через него надо выразить в ноль. Вот. А теперь плюс динамическая вязкость. Вот это все надо подставлять. Не. А где В0? А, В0 вот там он. А, правильно, да. Делить на знаменатель. Так, замечательно. Теперь плюс H на 4π. H это число. А, подождите, стоп, машина. H плохо, H не годится. Надо что-нибудь одно писать, либо H, либо Гартман. Напишите вот здесь вот. Ну, что говорю, понятно? Да. Коль скоро вы все через Гартман делаете, надо писать, что H равняется. Это Гартман. C делить на L, а тут корень квадратный из динамической вязкости делить на сигма. Понятно, что делаем, да? Да. Все, про это ваш забыли. Только безразмерный параметр. Значит, его надо переписать. О, да. Замечательно. Теперь давайте так. DH по DZ, вот оно. Давайте так, вот это мы убираем. Да, вот это мы уже убираем. Значит, тут вы ставите такой знак умножения. Знаете? Нет, вот такой не надо. Вот такой. Не есть. Вы программируете, нет? В фортране есть вот. Это значит умножить. Теперь вот это все надо просто аккуратно, просто переписать. У вас нет другого хода. Там вроде все, замечательно, скобочка закрывается. Еще раз. Теперь смотрите, вот теперь надо посмотреть, где здесь зависимость от z. Есть где, какие члены зависят от z? Вот этот член зависит от z. И вот этот член зависит от z. А вот этот не зависит от z. Вот надо проверить, что то, что зависит от z, его ее не должно быть. Тут же оно должно... Должно подсократиться само. Ага. Если вы решили правильно, то это уравнение удовлетворяется при любых z. Согласны? Значит, что тут h за вот, значит, смотрите, вязкость, значит, v0. Значит, вот этот член Гартман на l квадрат. Вот надо сравнить вот этот член. И вот, ну все понятно. Смотрите. А не надо вроде бы. Пишите, значит, вот это. Вязкость v0. Гартман квадрат делить на L квадрат косинус Гартман ZL. Знаменатель не надо, он одинаковый. Знаменатель здесь будет, да? Да. Минус, значит, V0, 4 пик C. Да. Ну, не надо, ну хорошо, только, давайте. А, да, 4 пикц уходит. Ну хорошо, да, действительно, Гартман. Косинус мы уже не пишем, он одинаковый. Знаменатели совпали, это хороший признак. Знаменатели совпали, это хороший признак, даже чтобы числители совпали. А что, вы в уме, что ли? Ну,
А, ну ты вот это замечательно. Правильно. Ну и тут пишите. Гартман. Сейчас, извините, я. Извините, я сейчас. Алло. Алло. Ну что? А вот он, обязательно, вот он, конечно, вот он, раз и раз, я его вижу. А, да, как Гартман квадрат. Нет, Гартман квадрат как раз получается. Отлично. Вот. А, нет, и вот, ну и все. Да. Я не туда посмотрел. Но, все. Что тут написано? Ну так пока не надо. Смотрите. Значит, зависимость от Z ушла, значит, про любых Z выполняется. Это красиво. Поэтому, а вот то, что независимость от Z, это она подбирает коэффициенты, в частности, V0 вашу. Ничего не поднял. Это вы проверили? Ну, да. Все, можно, это отлично. Значит, теперь надо аккуратно смотреть, что тут от Z не зависит. 0 равняется минус град P. Нет, у вас этого члена не будет. Будет нет, будет вот это вот, вот это все и вот это. Да, да, да. Правильно? Так, видно, что сейчас. Нет, этого не может быть. У вас зависит от Z уже нет. А, вот это. Нет, только без Z, да. Вот это, рукой не нужно. Вы тряпочкой, вот этой вот тряпочкой возьмите. Вот тряпка, хорошо. Не, ну как, ну жалко же пиджачок, курточка ваша хорошая. Во! Записать. Вот, а что это значит? Что отсюда следует? Ну конечно, во что идет игра-то? То, что вот V0 найти. Напишите здесь V0, я посмотрю, как это совпадает с тем, что у меня или нет. Так. Да. Да, все правильно, только у меня почему-то все это правильно. Так, мы под градиентом давления что подразумеваем? Если он здесь стоит вот такой, ну, у меня все правильно, то у меня только знак минус здесь стоит почему-то. Что? Где? Вот здесь правильно. Не, верить только себе. Просто, нет, смотрите, значит, смысл простой. У вас V0? Это величина, направленная по оси Z. V0 положительно? Градиент давления, на самом деле, градиент давления, как вектор, он направлен сюда. Насос качает от большего давления в меньшее. Я не знаю, это я вот не могу сказать. Ну как, вроде бы я град P вроде определил здесь правильно. Вот здесь град P. Ладно, значит, смотрите, град P, вот этот dP под x, он отрицательный, так как вот он определил у меня. Потому что вы из большего давления в меньшее гоните насос. Не страшно, все хорошо, проверим вот детали. Значит, итого, спасибо, садитесь, значит, пишите коэффициент, не, ну это может быть, я там град P как-то, хотя вроде правильно написал. Что у меня там?
Как я град П определял? Может, я град П? Так. Не, я так, вот ДП под Х, вот так я и определил. В этой задаче вот эта величина, она ДП под Х отрицательна, потому что у вас давление по Х падает, иначе не будет течения. Поэтому коэффициент В0 определен правильно. В0 равняется, давайте я его напишу. Все верно, с точностью до знака. И он вот такой вот. Это минус L квадрат град P, деленное на динамическую вязкость. А дальше вот все правильно, как вы сказали. Косинус Гартман – это величина заведомо больше единицы, деленное на Гартман синус Гартман. Вот так можно помедить. Ну, дипломатично я обращаю ваше внимание, что эта величина положительная. Или, по крайней мере, не отрицательная. Вот. Ну, отлично. А теперь давайте еще. А теперь вернемся. Ну, сейчас. Давайте, хотя аналитику тратить не будем. Ну, одну вещь проверим все-таки. Давайте настоящий, классический. Мы в прошлый раз пазели получили, да? Но вырезали его через вынув. Было дело? Пусть кто-нибудь выйдет. Это же простая работа. Можно вас попросить? Что делаем, понятно? Напишите V от Z. Точно. Это вот этот вот коэффициентик. Потом вот на это. Да. Вот это точно явное выражение для профиля скорости. И сейчас посмотрим предельные случаи. Все. А, и умножить. Не, умножает вот на это вот. Минус 1. Да, во, замечательно. У вас там, значит, это подберется коэффициент. Вот. Минус. Еще синус. Вот, очень хорошо. Но теперь не пленить. Это ведь уйдет, правильно? Значит, V от Z, напишите красивую формулу. V от Z получается, в зависимости от Гартмана, это есть минус L квадрат, град P. Град P, это я так... Понятно, зачем я это сделал? Обозначение насоса. Иероглиф, который означает насос. Вот. А здесь, ну вот, косинус Гартман. Минус косинус Гартман ZK делить на Гартман шинус Гартман. Ну вот, вот это замечательная формула, она заслуживает очень даже номера. Вот это номер 8 обязательно правильный. Вот 9 – это ответ к задаче, абсолютно точно, вот этот точный ответ. Ну, а теперь что нам ответ? Надо посмотреть пределы. Первый случай – Гартман маленький, второй случай – Гартман очень большой. Это тоже интересно взглянуть. Ну вот. Да, пополам. Да. Ну, значит, V от Z равно, да. А от него не торопитесь. Ну, сейчас тут... Плюс Гартман квадрат. В квадрате, только Гартман в квадрате. Вот и минус это вот. Минус Гартман квадрат. Да. А в знаменателе тоже. А в знаменателе... А в знаменателе надо... А в знаменателе что там? А, ну все надо. Да не надо, а вам второй член не нужен. Достаточно первого. Останется что-то... Гартман просто останется. Ну, Гартман умножить
Нет, просто нога. Нет, здесь Гартман, а синус, синус это единица. А, единица плюс. Так, что-то у нас нехорошо. А, нет, тогда надо второй член. Да, второй член. Шина же раскладывается как x плюс. Нет, единица плюс Гартман. Нет, ну то через V0. Ну V0-то вы не знали. Так, что у нас тут получается? Я не пойму, меня что-то смущает. Что-то как-то... Синус это же... Нет, это правильно. А, нет, синус... А, что я говорил? Синус... Нет, синус это, конечно... А. То есть, если x стремится к нулю... Я неправильно сказал. Синус это, конечно, Гартман. Да, это будет просто Гартман. Да, просто Гартман. То есть, вы правильно, Гартман квадрат, в общем, ставите. Да. Во! Нет, смотрите, в прошлый раз действительно проверяли, получили мы пуазель или нет. Но мы получили, выразили профиль через V0. А V0 само, видите, V0, оно же зависит, плавает. Надо вот, вам задано, V0 не задано. Вот V0 вы тут нашли. Поэтому вот я хочу посмотреть, вот сейчас получится то, что пишется во всех учебниках. Только мы зашли со стороны магнитной гидродинамики, чтобы получить замечательный предел. Во! Во! И на Гартман квадрат вы еще поделите. Правильно? Одну вторую здесь получите. А в скобочках единица минус z квадрата. Да, или z квадратного квадрата. Во! Во! Что? Нет. L квадрат, конечно, ну правильно. А, здесь, да. А, вот так. Во! Значит, вот этот профиль, значит, градиент у вас отрицательный, с минусом положительный. Вот этот профиль называется, что там, звонок? Да. Замечательно. Вот смотрите, вот это Пуазель классик. Пуазель. Конечно. Можно было сразу, наверное, подставить туда. Ну давайте сделаем перерыв 5 минут. Теперь меня интересует. Сейчас давайте сделаем перерыв 5 минут. Что делаем, понятно? Обратите внимание, профиль Пуазеля получили, решив задачу Гартмана, посмотрев предел, когда поле маленькое. Сейчас посмотрим, когда поле большое. Это я к чему говорю? Все здесь, чего другого нет. А мы сейчас будем. Нет. После большого. Подождите, а магнит, нет, индуцированное магнитное поле надо щупать? Это раз. Токи не нашли. Вот мы начнем с того, чтобы успеть. Это пощупаете вы сами. Хотя там есть наш ток. Первое, сейчас пощупаем сначала профиль при большом Гартмане. Он какой должен быть? Он должен вообще... Да, ну вот проверим. Да. А потом ток найдем. А, вот. Вот теперь слышно, да. Так, ну давайте сейчас с вами тоже. Значит, это отличный результат. Профиль Пуазеля получен. Теперь, ну интуитивно ясно, что если проводимость растет или поле растет, то будет сглаживаться. Теперь, значит, вот в этой формуле, вот это VAZ9, тут аргумент, который под косинусом стоит, он, к сожалению, его не разложишь. Смотрите, при Z равном нулю, он равен нулю. Да? А при, то есть он маленький, а Гартман-то здоровый, поэтому так сразу не видно, асимптотику там выкатывать мне не хочется. Сделаем простую вещь. Пункт второй. Смотрим, что происходит, если Гартман, поле у вас здоровое, Гартман много больше единицы. Посмотрите вот на это просто. В ноль, к чему стремится? В центре скорость чего будет? Да. Скорость в центре. Еще раз обращаю ваше внимание. Значит, этот профиль годится на все случаи жизни. Но если Гартман большая величина, если Гартман очень большая величина, нет, ну просто вот здесь вот, здесь, вот тут просто как разложение не сделаешь так просто.
Вот я с этим имею в виду, с основным профилем. Z у вас может быть 0, тогда какой бы ни был Гартман, у вас на стенках прилипание. Здесь Гартман здоровый. Если Гартман здоровый, то что? На эту единицу что? Наплевать. Синус на Гартман, косинус на Гартман, это что такое? Получается K. Правильно, а вы только что здорово писали. Это что там, экспонента одна плюс вторая, а там экспонента большая плюс маленькая. Это одно и то же. Гиперболический тангенс. Чему он равен при больших аргументах? Mm-hmm. Ну, конечно, а ничего другого. Ну, у вас останется здесь одна большая экспонента. И здесь одна большая экспонента. Вы их поделите. Можешь расписать тогда? Что-то? Ну, пожалуйста, давай. Да, напиши. Очень хорошо. Во. Правильно, давайте сделаем. Mm-hmm. На единицу зачеркнули. Здесь можно. Во, золотые слова. А здесь пишите Е в степени Z. Ну, Гартман. Е в степени Гартман. Плюс Е в степени минус Гартман. Вот. А в знаменателе Е в степени Гартман минус Е в степени минус Гартман. Если это, у... Конечно, я вам про это говорю. Ну, не ноль, а очень мало. А это получается единица. Вот. Ну и получается у вас такая штука, которая при Гартман стремящейся. Ну, то есть она очень маленькая величина. В пределе Гартман стремится к бесконечности, куда стремится? К нулю. Значит, профиль вот так выглядит. Но если на рисунок смотреть, ну вот тут вот смотрите, у вас. Ну вот просто он вот так вот совсем выполаживается. Вот, все. И, кстати, по физике полезно записать. Все, спасибо. Напишите по физике, слова полезные. Значит, при высоких числах Гартмана в скобках идеальная проводящая среда. Идеальная проводящая среда, сигма бесконечности. У вас получается просто предел в морозности магнитного поля. Течение запирается, скорость просто вот частицы жидкости на этой силовой линии. Все превосходно работает. Замечательно. Все. Значит, профиль скорости есть, вы ноль. Что? Ну как ноль? Она от Гартмана. Ну как? Если Гартман бесконечность, то ноль. Ну а если он не бесконечность, вот у вас вот такая форма, вы можете повозиться, попробовать здесь посмотреть аналитику. Но только вот этот Гартман-то у вас здоровенный, а это как разложить, я не знаю. Тут аргумент. Ну, на это надо наплевать. У вас будет единица, ну, не важно, будет асимптотика. Ну, на краях чуть-чуть какая-то асимптотика. Можете поразвлекаться с ней. Тут разложения-то по Z нету. Универсального. Поэтому это остается вот такая вещь. Хорошо. Теперь дальше. Следующего, давайте, чтобы не забыть. Вот такой специальный подзаголовок. По известным, а неизвестным, по известным профилям, по известным, можно сказать, найденным профилям. V от Z и H от Z определяется плотность, другие вектора определяются, можно найти, можно вычислить плотность тока G от Z и, например, электрическое поле E от Z. Вот. Так, формулу мне убирать эти не хочется. Так, вот эти точно нельзя убирать. Вот это я убираю, да? Вот это не нужно. Ни формулу, ни в коем случае. Они пусть пригодятся. Ну вот, теперь подпункт. Электрический ток или плотность электрического тока. Плотность электрического тока. Уравнение Максвелла помните? Откуда его взять-то? Ротор H чему равен? 4π cg плюс единица на c dE по dt. Значит, вот это вот Максвелл полный. Теперь приближением ГД. Помните, мы вот эти члены выкидывали. Было дело. Поэтому в МГД Magneto Harrier Dynamics у вас ротор H
это есть 4 пи к c на жизнь. То есть, если у вас есть магнитное поле, а вы его нашли полностью. Вы нашли магнитное поле. Вот это у вас задано, это вы нашли. То есть у вас G, это есть C на 4π, ротор на H. Правильно? Что такое ротор, помните? Так, что можно? Так, скорость мне жалко убирать. Мне нужна доска. Это тоже я боюсь убрать. Что можно вытереть? Сейчас. Нет, скорость может понадобиться. Надо вот что. Надо здесь. Надо. Не, ну V0-то я должен. Давайте так. Слушайте, я вот тут напишу, чтобы минус L квадрат. А там вся доска вся понадобится. Град. Ну тут все понятно же. Динамическую вязкость. Это вот. Здесь стоит косинус Гартман минус 1 делить на Гартман шинус Гартман. Отличный результат. Во! Вот эти все формулы точно, да, годятся. Вон весь так, тогда это все утираю. Подставить сюда в 0, значит, будет то, что надо. Это потом. А пока... Так... Пусть кто-нибудь развлечется. Кто что такое ротор? Помните, нет? Что такое ротор, помните? Ротор H. Я для вас напишу один раз. Бояться не надо. Это там EX, EY, EZ. Правильно было дело? HX. А, нет. D по DX. D по DY. D по DZ. HX, HY, HZ. А это уж какие получится. Во! Так, кто там у доски-то? Вы не были. Так. Давайте. Ну что там? Да, нет, это общее уравнение, правильно? У нас конкретно пишите, G это есть, ну еще раз перепишите, G это есть C на 4π. G равняется C делить на 4π ротор H. Теперь открываете вот это равно, C на 4π пусть стоит. Теперь вот этот определитель пишите. X, Y, Z смело. Вот. Теперь идите сюда. Я вам доску покажу. Понятно. Вот давайте его. Понятно, да? 0, 0, D по DZ. Это во-первых. А это во-вторых. Это вот A, это H. Это H от Z, который нашли. А это H вообще константа. Можно это пометить. H это есть H от Z. Найденный профиль. Вот он. Вот для него длиннющий. Формула 7. Это формула 7. А H это константа. Я, кстати, напомню, почему константа. Потому что дивергенция H равна нулю. Помните такое уравнение Максвелла? А в вашей красивой задаче у вас только DHZ по DZ обязано быть равно нулю. Отсюда следует, что HZ константа, ничего другого быть не может. Все четко, железно и забито. Ну, а теперь надо просто конкретно, что у вас посмотреть, равно EX, что там при X будет стоять? 0. Да, плюс или минус, минус EY. При Y что-то есть, я вижу. Минус во, только не так, а все-таки вы это уже должны. Во, а при z дальше плюс, что там?
Да, конечно, ноль. Итого, конкретно у вас что, блин, по x ничего нету? По z ничего нет, только по y. Значит, да. То есть у вас получается конкретное уравнение, вот здесь напишите. Ey. Ну, у вас только по y есть. Gy. Ну, а я и более вектор не нужен. Да. G это только y, как мы и предполагали, ничего другого нет. Это есть. Ну, это тоже. Это вы написали правильно, но не обязательно. И так ясно. Можно вообще индекс не писать. Только по оси y и равен он. Там еще цены 4π. Что? А, да. Цены 4π. Во! Замечательно. Теперь если к этому еще добавить. Все, спасибо, все хорошо. Не-не-не. А теперь надо. Сдается мне, что dash по dz кто-то уже считал. Только ее мы доску вытерли. Было дело, когда подставляли сегодня. Во! Давайте сразу dash по dz. Рано вы ушли, я хотел фокус показать. Ну ладно. Очень тонкий, кстати, и нетривиальный. Ну ладно, раз вы ушли. Так, dash по dz считали? Dash, я не буду выписывать. Все. Dash по dz. Ну, вот, h от z есть, формула 7. Dash по dz уже считали. Подставляете формулу, у вас явное выражение для y от z. Профиль скорости посчитан. Явно. Не будем останавливаться. Теперь интересная вещь. Теперь смотрите, ток течет на вас, да? А теперь посмотрите, как в этой задаче хитрая, одна хитрая вещь, она не... Значит, полный ток. Полный ток. Меня интересует g от z, dz от минус l до l. Ну, я имею в виду профиль сечения, ну, по какой-то площади, которая в плоскости мне надо собрать течение по z, вот по этой вещи. Полный ток. Надо бы еще умножить, конечно, на какую-то площадку dx, dy, не важно, на s. Вот. Значит, что получается? Вместо g от z что подставляем? Да, это значит c на 4π, ну, можно, ну, вынесем. Вот интеграл dh по dz на dz от минус l до l. Производную взять можно? Что останется? H плюс l, да, минус l, да? А у нас по граничным условиям чему это h равно? Забыли уже? Я напоминаю, у нас, значит, магнитное поле непрерывное. Оно только по оси x. Вне течения оно только по оси z направлено. По оси x никакого нет. Во! Получается, что у вас это просто вообще ноль. Это удивительно. На первый взгляд. Это нет, на самом деле, слушайте, это без компьютера не посчитаешь. Это я к тому, что как будет профиль скорости выглядеть? Я даже не знаю. Ну как вот. Как бы вот. Сейчас. Как бы нам z все-таки туда течет. Сейчас. Давайте так. Профиль скорости по z. Ток течет на нас. Как это вот, как это, такую штуку нарисовать? Давайте я разверну. Вот это z, вот это y, вот это ваше. Ток будет так выглядеть. Он значит. Он у краев в одну сторону течет. Так, сейчас, нет, вот это G, а вот это от Z. Ну, посмотрите, вот я развернул профиль, который вот на этой картинке должен на вас течь. Он в центре течет на вас, как я и говорил, разворачивая всю картину, да? Ну, вот поле у вас, поле, ну, ток течет на вас, сила сглаживается. Но из того, что у вас... Но я ток рисую, вот зависимость тока от z. Ну как ее, вот на вас надо, вот я это ток. Да, не, верхняя ось это z. А y это на вас течет. А вот это g получается. Да, вот это вот g, вот такая вот. Нет. Вот это ось z, вот на вас он течет. Обращаю ваше внимание, что вот все это рассуждение предварительное, эмпирическое, совершенно верно. Из-за тока будет
сопротивляться течению, но из-за того, что на условии есть прилипание на стенке, всякие вещи, так просто ток не получишь, нужно замыкать в МГД-схеме, туда не полезем пока. Вот, сумма, вот так он выглядит, он вот так вот, очень интересно, довольно длинная пристеночная область, которая компенсирует ток в центре. Это можно только взять явную формулу, да, и нарисовать ее на компьютере. Да? Проверить. Вот это вот важно. Так, только сейчас. Это ось-то Z, но это значение тока. В общем, это G. Ну как, ток, который на вас течет. Напишите. Профиль плотности тока. Плотности тока. Именно так она. Значит, вот это вот я Z поставлю, а вот это G. Вот это будет правильно. Он течет на краях. Он в одну сторону течет, на других краях. В центре. Что? Там не Z, там вот сюда вы написали. Да, это Z. Ну хорошо. Короче, на нас смотрит X. На нас смотрит. Нет, вот я хочу вот эту плоскость развернуть на вас. Да, да. Понимаете, тогда вот это тогда Z сюда, Y на вас, вот так выглядит плоскость. Но она зависит от Z. Нет, ну как, у вас при одном Z у вас две скорости. Так, давайте посмотрим, слушайте, еще две вещи надо обсудить. Давайте сначала математику закончим. Так, здесь напишите проверить, а слова такие, нужна иллюстрация. Нужна иллюстрация, там длиннющая формула, из которой ничего не видно. Но если вы ее запрограммируете, получите вот такое вот распределение тока. Вот это важно. Это профиль тока. Вот это это профиль. Да, да, это профиль тока, который вот так вот он так вот течет, как вот я нарисовал. Вот он, G-Y. Вот так вот, на вас течет. Да, да, да. В центре ток течет в одну сторону очень сильно, а на краях обязан компенсироваться за граничные условия. Ну, вот такие дела. Вам, если вам. Ну, это целый разговор. Это первая вещь. Давайте сразу еще одну вещь проверим. Ее, конечно, хорошо. Так. Слушайте, а DH по DZ-то есть формула? Ладно. Теперь давайте так. Следующий ход. Электрическое поле. Оно уже есть. Откуда его беру? Из закона Ома. G это есть сигма на E. Это есть сигма E плюс единица на C V на H. Вот так это закон Ома выглядит. Давайте мы конкретно из этого соотношения может достать электрическое поле. Отсюда следует, что E равняется. Сначала не конкретно, а просто найдем. E равняется G делить на сигма. G делить на сигма минус единица на C. О, вот так вот. Да? Вот это вот общая формула. Смотрите, если у вас есть скорость, если есть магнитное поле, если есть ток, а только вы только что нашли, то отсюда электрическое поле легко получается. Конкретно, поскольку это все по y равняется gy делить на сигма. Ну здесь пишите gy делить на сигма. Да. Минус. А теперь вы на h можете умножить. Ну вот прям по этому рисунку, что у вас останется. У вас, смотрите, у вас, значит, магнитное поле, у вас хотите, пишите. Сделаем аккуратно. X, E, Y
EZ. Пишите VX, VY, VZ. Пишите, не, никакой, пишите VX, VY, VZ. Пишите VX, VY, VZ, а здесь пишите HX, HY, HZ. Это точно, это общее уравнение. Теперь конкретно. Это можете оставить X, Y, Z, автоматически получится. Теперь здесь у вас что получается? V00, V00. Не, это есть. V. Но оно с X... Не. Во! Это у вас H маленькое индуцированное. 0, а тут H большое. Во! Теперь возьмите отсюда, что тут у вас. Не. Вот это. Что тут получилось? Останется у вас минус V на H. Да, получается. Минус V на H. Вот. Во, правильно. Теперь идите сюда. Можно без... Смотрите на этот рисунок замечательный. Если вы здесь V умножите на H, то вы как раз получите направление тока по Y. Ну, правильно, но против оси. Я напоминаю, правильная тройка векторов, ее не надо забывать. Это Y туда. Поэтому все правильно у вас стоит. Здесь с минусом, а здесь была правильно с минусом, и того с плюсом. Итого, получается, Y равняется GY, ну пусть будет, GY на сигма плюс единица на C. А, плюс, да. Это какая L? L тут не может быть. C, это C. А, это C. Все. Теперь самое интересное. А теперь я вам скажу. Эта величина, ее надо посчитать. Но совершенно очевидно. Смотрите, из общих уравнений. У вас дивергенция E, это есть 4 перо. Объемного заряда у вас есть, это равно 0. Да? Так, это первый уровень. Но оно вот тождественно у вас удовлетворится, потому что Е, Y зависит от... Это все само собой. Теперь ротор Е у вас чему равен? Тоже нулю, потому что стационарная картина. Ротор Е равно нулю. Отсюда следует, что Е и Y равняется константе. Ничего другого быть не может. Но это надо проверить. Вы же Y посчитали? Вы на H умножили? Да? Сухой остаток такой. Значит, если у вас есть профиль скорости магнитного поля, то вы легко считаете сначала плотность тока, просто дифференцированием, а потом подставляете сюда EY. Да? Ну, я не знаю, будем считать. Это вы проверите, да? Согласна. Но проверить, что это должно быть константа. Если это не константа, я буду очень удивлен. Кстати, я сейчас посмотрю, у меня это есть или нет. Я вообще все доводил. Нет, все правильно. Y это минус Y. Ну, все правильно, да. Вот такая величина. То есть напишите слова. Y это вот такая вот вещь. Y плюс. Ну, тут плюс. Единица на цену важна. Но только оно направлено будет против оси. То есть аккуратно это вот надо было тут, либо тут минус поставить, либо тут минус, ну, в общем. Все. Вот эта формула правильная. Она должна быть константой. Все, спасибо. Теперь давайте по физике одну вещь все-таки найдем. Меня интересует электромагнитная индукция. Индуцированное магнитное поле. То есть возвращаемся к магнитной вернянке. Смотрите, мы со скоростью разобрались подробно, понятно, да, как она выглядит. Индуцированное магнитное поле. Магнитное поле. Это есть как раз H есть HX от Z. Вот это специально помню. Это то, что внешнее поле вам задано, а вот это получилось из-за движения. Интересно же посмотреть. HKH. Вот такой безразмерный параметр. Для чего? Нужно вот это выписать. Да? Вместо магнитного поля еще раз поставить Гартман и посмотреть пределы. Что говорю, понятно? Сколько у нас времени осталось?
Нет, ну за это время можно сделать. Мне неудобно девушек напрягать. Кто хочет повозиться? Кто хочет? Все уже были. Все уже были. Ну давайте, да. Что делаем, понятно? Хочу понять. Кана индукса большая, когда маленькая, от чего зависит. Вот все. Это безразмерный параметр. А тут все очень просто. Надо писать честно. Значит, вместо... Ну, так пишите. Вот, значит, минус на минус... Бля, пишите, L квадрат, град P. На динамическую вязкость. Ну, переписывать ничего не будем. Косинус Гартман минус 1, пусть будет. А минус это сократился. Этот конечно, сократится. Ходите сразу. А этот минус сократился. И этот сократился. Да, с этим все в порядке. Теперь смотрите, можете в уме. У вас сейчас будет, вот вы в 0 умножаете на этот знаменатель. Смотрите, что два раза можно не переписывать, а этот уйдет. Пишите вот этот числитель и вот этот знаменатель. Вот это, Гартман минус 1, он уйдет. Это вы написали? Вот этот числитель надо. Вот этот числитель, да. Вот это. Аккуратно. Его надо аккуратно записать. Торопиться не надо. Мне самому интересно, что там будет. Как работает индукция? Там, смотрите, смысл задачи в чем? Если у вас жидкость проводящая, то она при течении генерит поле. А поле внешнее влияет на течение. Вот так вот все. В предельном случае идеальной проводящей среды их не оторвешь. Вот все. Ну что, прекрасно. А теперь вместо магнитного поля 4. Надо написать, значит, Гартман. Это пусть будет. Это надо оставить, конечно. Вот, еще знак умножения. Вам надо поделить на Гартман, на H. Да, умножить на Гартман. H это Гартман. Гартман умножить на C. На C делить на L. Умножить на корень из это делить на сигма. Умножить на минус на L. Это магнитное поле, да? Да, это я уже написал. Но оно стоит вот здесь, знаменательно. Надо будет сюда его как-то писать попробовать. Сюда его прямо вот попробуйте. Да, во, не торопитесь. Гартман. Во, Гартман. С. Ну теперь смотрите, что можно поубивать. И вот это у вас уйдет. В общем, посмотрите, что тут можно поприбрать. Аккуратненько. Да. Это есть только функция Гартмана. Нет, а вы какой? Вы это L. Не, вот это. Нет, L квадрат лучше оставить. Нельзя. Да, вот. Почему нельзя? Это... Это нельзя. Оно только при... Согласен. Да, согласен. Но вот это сейчас... какой. Да, согласен. Тогда пишите L град P делить на вязкость. Нет, тут будет стойка. L куб. Хорошо. Пусть будет. Это все коэффициенты. Вот это надо собрать. Что тут? Вязкость сократится тогда. Как сократить? А динамическая вязкость хватит, а проводимость останется. Вот эта вязкость останется, вот эта вязкость сократится. А что, одна проводимость еще влезет? Проводимость вылезет, да. Вот меня это смущает. Обидно. Слушайте, это неужели проводимость? Сейчас я посмотрю. Да, похоже, что да. Ничего не сделаешь. Ну, я так смотрю. Нет, я просто про. Получается, что у вас эта индукция не выражается только через Гартмана, еще и проводимость стоит сама по себе. Это обидно. Может быть, так оно и есть. Сейчас я смотрю. Нет, у меня тут длиннющая формула. Да. В которой стоит. Ну, как у вас она, собственно говоря. Там проводимость стоит.
Да, не, ничего сделать нельзя. Да, проводимость стоит. Да. Ладно. Да. Да, это правильно. Но, к моему сожалению, это я как-то. Все правильно, все верно. Давайте теперь по физике посмотрим. Смотрите, я-то думал, что эта генерация определяется только магнитным числом Гартмана. К сожалению, это не так. От самой проводимости тоже зависит. Теперь давайте по физике смотрите. Если у вас проводимость идеальная, не надо никаких формул. Что происходит? Смотрите сюда. Если проводимость бесконечно большая, значит у вас бесконечно большой ток, смотрите, бесконечно большой ток пойдет, бесконечно большая сила все вернет назад и замерзнет. Замерзнет, но тогда, нет, но тогда удивительная вещь получается. Это, конечно, странно. С одной стороны, у вас течение-то заморозится, раз заморозится течение, нет, надо поискать все-таки, что-то получится. Ну-ка, давайте-ка. Я хочу понять предельные случаи. Гартман уже он сам от сигмы зависит, правильно? Гартман, он... Ну, конечно, там, значит, первый случай. Ну, когда Гартман очень маленький, что тут, тогда очевидно, что HK, эта величина должна быть маленькая. Это что, это второго порядка получается? Нет, зачем? Почему второго? Первого. Нет, вот тут... Да. А, второго, да, 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 да. Сейчас, в X-кубе? X-кубе? Все, дело к ночи. Все, до второго порядка. Все, устал я. Значит, народ, я все сделал. По физике понятно, что произойдет. Меня смущает одно обстоятельство, которое я с вами хочу, чтобы вы мне кто-нибудь растолковал. Если Гартман маленький, то это понятно. Тогда у вас очевидно, что HK много меньше единицы, ничего другого быть не может. Генерации нет никакой. Ну, плохо проводящая среда, как вода. Это у вас будет, значит, предельный случай простой. Но вот если проводимость высокая, Гартман очень большой, и проводимость большая, тогда у вас противоречивые обстоятельства. С одной стороны, большой ток заморозит течение, да? А если скорости нет, значит, нет генерации. Это означает, что предел бы надо пощупать, да? Давайте я вам оставлю дело, а вы мне расскажете. Хорошо? Что-то у меня как-то тут... Нет, у меня длиннющие формулы есть. Слушайте, у меня эта задача дома на компьютере есть. Что я вам советую. Кстати, задача отличается, хотел сказать. Там во втором варианте усложнение. Люди на нее брали. Там, значит, граничные условия как сделали. Верхняя пластинка, решили ее двинуть с постоянной скоростью заданной. Тогда, ну давайте качество ничего изменится. Если движется пластинка... движется, то тогда у вас просто профиль скорости меняется, и он даже будет, значит, во-первых, без насоса, течение будет даже без насоса, прямая линия, есть, ну как, вы тянете за ней, значит, уже без насоса, насос не обязательно, хотя пусть стоит. Ну, в общем, там серьезные усложнения в аналитике, но люди все считали, смотрели. Да. Вся идеология, вся та же. Ну, давайте ее посмотрим для развлечения. Что тут меняется? Не, ну смотрите, по физике что получается? Еще раз напоминаю. У нас в идеальной проводящей жидкости у нас замороженное течение. Скорость равна нулю. Но если скорости нет, то и генерация магнитного поля не должно быть. Аж мало, да. Ее не должно быть, да? Но у меня и меня это смущает, потому что, с другой стороны, проводимость здоровая, ток-то здоровый. Ток генерит поле. А, вы имеете в виду, что придет просто. Вот смотрите, вот в этой формуле есть. Ну, конечно, здесь скорость равна... Тут вот прямо в этой формуле, вот видно, на это напылю, у вас есть произведение проводимости и скорости. Одна из них бесконечно большая, да.
А вторая в этом пределе должна быть ноль упереться. Валерий Петрович заинтересовался, нет ли там какого-нибудь второго смысла. Вот вы мне его расскажете. Ничего тут там какого дикого нет, просто взять, посмотреть аккуратно аналитику. Ну вот, там предел какой-то может быть. Я его не помню, вам оставлю. Вот все, по физике такая вещь. Ну что, давайте, все, спасибо.